Череше объявлен режим повышенной готовности. Сегодня ночью в поселок пришла большая вода. Затоплены участки, вода поднимается в дома. Это видео прислал один из местных жителей. Он рассказал, что в поселке идет эвакуация. Главным управлением ЧС России по Алтайскому краю действует оперативный штаб. 10 спасателей уже работают в Череше. По состоянию на 2 часа ночи уровень воды на гидропосту составил 219 сантиметров, при критическом – 180. По наблюдению местных жителей, вода прибывает. Там же вчера град был в Каргоне и так далее. И это вот волна пришла оттуда. Это коренная вода пошла. Дамбу сделали до половины вверх. То есть раньше был сброс, ну, выше начинался, то есть она шла по старому руслу, по протоке. А так как сделана только до половины дамба, то вот нас тут печалька вот такая посетила. Ну и вода прибывает. Администрация работает, тут выгнали технику, привлекают людей. У кого есть трактора, короче, кто может помочь. Мужчина рассказал, что сейчас как раз отсыпают дамбу. В главном управлении готовы к возможным аварийно-спасательным работам.